В Северной Осетии войсковые части объявляют набор граждан для заключения контрактов пребывания в боевом армейском специальном резерве. Указ об увеличении численности мобильного резерва до 100 тысяч человек подписал Владимир Путин. Специальный армейский резерв позволит быстро наращивать силы при возникновении кризисных ситуаций. Граждане смогут сочетать военную карьеру с гражданской. Сборы будут проводиться один раз в год, а занятия ежемесячно. Продолжительность от 3 до 5 суток. Нахождение на сборах от 10 до 30. Суток. Уникальная возможность показать свои возможности, добиться общественного признания и принести пользу Родине и своей республике. Доказать себе, что можете больше. Это возможность получить дополнительное образование, финансовое стимулирование, квалификационное медицинское обслуживание, присвоение очередных воинских званий, карьерный рост, в том числе офицерам запаса.